17 марта Казанский федеральный университет посетила делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в Российской Федерации Рене Джонс Бос. Делегация посольства совместно с проректором по внешним связям посетила музей истории КФУ, императорский зал и комнату Ленина. Позже состоялась встреча с представителем института Рене Джонс Бос. В ходе встречи ознакомилась также с приоритетными направлениями и структурой университета. Основная цель визита заключается в сотрудничестве Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Нидерландов. Стоит отметить, что основу сотрудничества Казанского федерального с университетами Нидерландов составляет совместное участие в международных сетевых проектах Европейского союза в рамках программ «Темпус» и «Эразмус Мундус». Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.